Дорогие друзья, уже несколько часов в сети интернет обсуждают фотографию российского певца и музыканта Дмитрия Маликова, которая появилась в интернет-пространстве сегодня рано утром. На фото видно, что Дмитрий Маликов лежит на больничной койке с перебинтованной рукой и головой. Что же произошло с Дмитрием Маликовым, никто не может толком рассказать. Его друзья и родные сообщают о том, что ничего об этом не знают, либо просто не хотят говорить. Откуда взялась эта фотография в интернете, тоже непонятно. Мы пытались всячески связаться с Дмитрием Маликовым, но его мобильный телефон не отвечает. В социальных сетях его не было уже несколько дней. Многие молятся за его жизнь. Многие опасаются за то, чтобы с ним ничего плохого не случилось, ведь для нас, друзья, Дмитрий Маликов – это легенда российской эстрады. Завтра на утро мы расскажем вам более подробнее о том, что же произошло с Дмитрием Маликовым на самом деле.